на самом деле, так что наслаждайтесь, я думаю, что у нас будет действительно, мне кажется, это лучший маркетинговый случай в этом году в Барнс-Бергере.
письмо, которое мы вчера получили, с изменением имени выставки, это, конечно, чудо. Так что наслаждайтесь. Спасибо вам большое. Художник, он готовился 2 года, готовился он на уровне двух правительств финского и санкт-петербургского, и вот в итоге получилось вот такая вещь. Когда, значит, надо было решать какие-то проблемы, вот все чиновники, которые были как-то в самом начале, они куда-то пропали, и пришлось нарисовать, что не силы, но все это перебор. Нет, на самом деле там немножко другая ситуация. У вас он был клиент, там спонсор, и комитет культуры всей Финляндии, и Exchange of Arts Финляндии. По-моему, не участвовали в этом году разве некоторые детские сады и библиотеки Жанаты. Поэтому, в общем-то, решили сделать не как лучше, а как дороже. Потому что оформить эту выставку, поставить цены, хотя выставка не коммерческая, даже вверх не продают. Повести ее с тем, чтобы заплатить 5% от 80 тысяч евро нашему российскому государству, это 4 тысячи евро, это было сильно сделано, но мы сразу все. Это канал красивый. Да, сейчас будет еще перформанс, и у нас еще сегодня на Пушкинской чуть-чуть попозже открывается проект Игоря Баскина. Фабрика художников, открывается вторая часть мини-арта. 703-й галерея, и открывается еще выставка. И еще через какое-то время, вот после перформанса, будет вот здесь вот что-то. Поэтому вы можете просто смотреть и выставить. Спасибо. Thank you.
centimeters are not correct. Centimeters. Correct is 32 centimeters. Absolutely not crossing the line. Привет. Что?
Thank you.